На территории России проживает 190 национальностей. Пермский край уникален тем, что на нашей территории есть 125. Для каждого народа важно сохранить свою индивидуальность и самобытную культуру. Центр татаро-башкирской культуры города Березники зарегистрирован давно, однако жителей практически не объединял. Накануне было принято важное для всех татар и башкир решение. Было принято решение избрать нового руководителя. Им сегодня стала молодая, юная, так сказать, да, активная девушка Роза Козырева, которая у нас сегодня представляет всех татар нашего города. В прошлом году возобновили традицию проводить любимый всеми праздник Сабантуй. В этом году его планируют провести 10 июня в городском парке. Есть выражение «без религии нет нации, а без нации нет религии». Сегодня в тесном тандеме религиозные и национальные организации начинают сотрудничество. Главная цель – развитие национальной культуры татар и башкир. Современные дети, уже мое поколение, не знают свой родной язык. Например, у меня дети хотят, иногда спрашивают даже. Наверное, у нас в городе Березники есть такие, которые хотели бы изучить хотя бы поверхностно, пусть не глубоко, да, свой родной язык, родной язык своих родителей. Но будем к этому стремиться. Приглашаем инициативных граждан города Березники. Хотели бы вместе поработать. Сейчас уже решается вопрос о помещении, где будут проводиться встречи. Особое внимание хотят уделить уникальному собранию старинных экспонатов, чтобы каждый смог окунуться в татаро-башкирскую культуру. Если вы хотите присоединиться к масштабному сообществу, заходите в группу ВКонтакте «Центр татары-башкир города Березники». Там вы можете задать интересующие вопросы. Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.